улице на новой, на Басманной, три упитанных, холеных полисмена в рань такую уж кого-то поджидали и в томлении страстном руки потирали. А точнее, тех мельтонов было двое, ну а третья там была милиционерша. И к тому же все внушительных размеров, и все трое так коварно улыбались. А чего ж они так странно улыбались? И зачем они так руки потирали? И кого ж они такие поджидали в этот ранний час на новой, на Басманной? Так ведь, может, анекдот им рассказали, оттого они так странно улыбались. Ну а руки от озноба потирали. Ну или так, для поддержания беседы, два мельтона и одна милиционерша на троллейбусной стояли остановке. Тут троллейбус подошел 24-й, и все трое уходили на работу в отделение. Контролеров милиционеры не боятся, ведь у них есть государственные кассивы, гарантирующие проезд бесплатный на халяву. Да и кто с тремя такими бы поспорил? Знать, не все еще прогнило в государстве, коль менты так просто ездят на работу. Им не всем еще раз отдали мерседесы, и значит, ближе наши органы к народу. Ну а может, и мерседес их поломался, и за даром его чинит автосервис. И они в троллейбус сели для прикола, чтоб карманника избить на полусмерти. А доверчивый народ воспрянет духом, вон как борется с преступностью мельтоны. И каждый даст тому карманнику по уху, и между делом в морду дали контролеру. Два мельтона и одна милиционерша под овации покинули троллейбус. Вот такая, понимаете, бля, история. Вот такой вот остросоциальный ребус. Эй, ла 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 ла. Вот такая, понимаете, бля, история. Вот такой вот остросоциальный ребус.